В администрации города по поручению мэра Евгения Первышева прорабатывают разные варианты модернизации системы пассажирских перевозок. Об этом сообщил помощник главы краевого центра Владимир Вербицкий. Качественная логистика общественного транспорта не снимет проблемы пробок, но поможет частично разгрузить город от личных автомобилей. Улицы краевого центра просто не рассчитаны на тот поток машин, который принимает город. Ежедневно только въезжает к нам 150 тысяч автомобилей, а по самым скромным подсчетам на 1000 краснодарцев приходится 4 сотни машин. Это при том, что в советское время даже крупные города строились в расчете на 180 единиц транспорта на 1000 жителей. Тормозят водители и ДТП, которых по статистике каждый день случается больше сотни. Городские власти намерены не только пересмотреть систему работы троллейбусов, трамваев и автобусов, но также развивать дорожную инфраструктуру. Только в этом году ремонтом охвачено 70 километров дорог. В 2018 будет не меньше.